это очень важно, потому что к нам в страну приезжает очень много разных национальностей, и очень важно, чтобы мы могли общаться со всеми людьми и приносить им добро тоже. Познавать для себя что-то новое. Ну, если ты знаешь, что ты поедешь за границу, зачем тогда изучать иностранный язык? Это дает возможность учить что-то еще на другом языке, не ограничивать себя. Learning English gives you a lot of opportunities to learn something from the other subjects like science and chemistry, physics and mathematics. Это помогает, потому что это другая языковая группа, и на его основе можно понимать все остальные языки из этой языковой группы. В школе учила, и с тетей учила индивидуально. Но чтобы можно было поехать в другую страну, разговаривать и развиваться. Ну, конечно, нужно, почему нет? Но самый распространенный язык в мире – английский. Конечно, нужно изучать английский язык. У нас сейчас все в основном на английском языке. Абсолютно, ну, не знаю, товары, абсолютно описание даже принципиально, ну, самых обычных вещей в основном идет на английском языке, если не производили в Украине. Тем более у нас сейчас, как и здесь, налаживается контакт с Европой, поэтому, я думаю, у нас английского будет только больше, и я считаю, что это положительный момент. Я думаю, что да, потому что, в принципе, если поехать за границу, то чтобы понимать людей, вообще понять культуру, то надо общаться на английском языке, и, в принципе, это открывает больше возможностей. Да, и вообще быть эрудированным. Для развития, я считаю, что сколько языков человек знает, столько раз он человек.